Обстановка за прошедшие сутки в районе Донецкой Народной Республики резко обострилась. Укрофашисты 16 раз нарушили режим прекращения огня. С позиции националистических батальонов в зоне ответственности 53-й отдельной механизированной бригады со стороны населенного пункта Авдеевка артиллерийскому обстрелу из 152-мм орудий подвергся населенный пункт Спартак, по которому было выпущено до 10 снарядов. Обстрел из минометов 120-82 мм со стороны населенного пункта Пески, Авдеевка, вентиляционного ствола шахты Бутовка подверглись населенные пункты Михайловка, Веселая, Жабищево, Спартак, Широкая Балка и промзона Куйбышевского района города Донецка. Всего было выпущено до 50 мин. Населенный пункт Жабищево было около 20 нарушений. Это обстрел из БМП по позициям армии и самого поселка. Хотелось бы также отметить, что по данным обстрелам Нацгвардия применила 120-мм самоходную артиллерийскую систему 2С9 «Нона», из которой со стороны населенного пункта Каменка был обстрелян населенный пункт «Красный партизан». За прошедшую неделю нами было зафиксировано 147 нарушений режима прекращения огня с применением артиллерии и минометов 120-82-мм. Всего по населенным пунктам республики было выпущено 181 мина и 10 артиллерийских снарядов калибром 152 мм. В результате обстрелов получили ранения 2 мирных жителя республики. Все данные нарушения были переданы в совместный центр контроля координации и миссию ОБСЕ. Наша разведка продолжает фиксировать нарушения украинской стороны Минских соглашений. Так, населенный пункт Николаевка до линии соприкосновения 26 километров. Зафиксировано местонахождение САУ в количестве 6 единиц. Также отмечается стягивание вооруженных сил Украины, тяжелое вооружение и техники к линии соприкосновения. Так, из глубины территории под контролем вооруженных сил Украины в направлении населенного пункта Степное установлено прибытие до 10 танков. Такое же количество танков прибыло и населенный пункт Волчи. Истекшая неделя характеризовалась под влиянием прошедших в Украине выборов и местных органов власти. В большинстве районов подконтрольных украинским властям выборы признаны недействительными. Участившиеся обстрелы со стороны вооруженных сил Украины носили цель спровоцировать вооруженные силы Донецкой Народной Республики на открытие ответного огня, чтобы в дальнейшем обвинить руководство республики в срыве выборов. Хочу обратить внимание на тот факт, что информация, предоставленная в отчете мониторинга миссии ОБСЕ от 29 октября 2015 года, в частности отвода артиллерии и тяжелого вооружения, является в неполной мере объективной. Так, все взятые нашей республикой обязательства по выполнению Минских соглашений были выполнены полностью, о чем ранее отмечалось в отчетах нашей организации. Вернее, прошу прощения, их организации. Обращаюсь к мониторингу миссии ОБСЕ провести объективное расследование части предоставления информации мониторами вашей миссии. Со своей стороны, полностью в дальнейшем будем помогать в работе вашей миссии в Донецкой Народной Республике. В очередной раз обращаемся к лидерам мировых держав Франции, Германии и России с просьбой оказать давление на военно-политическое руководство Украины, продолжить диалог по разрешению конфликта за столом переговоров, так как внутриполитическое игрище в украинских верхах дестабилизирует обстановку на Донбассе и, соответственно, вызывает страдания мирного населения.